Уже у нас третий день идет общероссийское голосование. Видно, что все организовано с максимальными требованиями по безопасности из-за известной болезни. Весь процесс с дистанции, с средствами защиты, это позволяет снять риск заболевания. В целом радует, что высокая организация, уже у нас хороший отклик от наших жителей, большое количество за три дня, мы ожидали на самом деле даже меньше, уже люди пожелали высказать свое мнение касаемо изменения в Конституцию. И это здорово, то, что северяне сплоченно и ответственно подходят к этому очень важному в историческом смысле событию. Поэтому те, кто еще не успел это сделать, прошу всех найти время, еще есть несколько дней, выходные, сегодня, завтра. В среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы с семьей найти время и ответственно подойти к этому важнейшему событию. На голосование вынесены вопросы, которые касаются каждого жителя России, немало в том числе, направлены на улучшение социальной политики в стране и на принципиальные вопросы. Это территориальная целостность, это развитие отношение к человеку. И те нормы, которые будут прописаны в основном законе, уже никогда не позволят откатиться назад. Это известный пример по индексации пенсий. Это важнейшее будет завоевание, которое уже никто не сможет пересмотреть. Поэтому такие вещи, с которыми мы будем идти в ближайшие десятилетия. И, конечно, мое убеждение, что надо точно ответственно к этому отнестись, высказать свое мнение.